Бывшего президента Алмазбека Атамбаева в третий раз вызвали на допрос в МВД Кыргызстана. Первые две повестки он проигнорировал. Он вызван на допрос 19 июля к 10 часам утра. Ну а пока по этому делу допрашивали Шамиля Таханова, и ему там стало плохо. Сейчас он находится в больнице. При этом Атамбаев хочет вновь судиться с адвокатами Атамекена, хотя с утра не отказал в рассмотрении иска. Бывший президент хочет по-прежнему 10 миллионов сомов и опровержение заявления двухгодичной давности. Выпускникам КГМА выдали дипломы с ошибками. Из-за этого некоторые из них рискуют не поступить в зарубежные вузы. Дипломы с ошибками получили около 600 выпускников отделения «Лечебное дело». Ранее с ошибками напечатали 95 тысяч школьных аттестатов.